Слушай, ты можешь сделать так, чтобы кошка не ходила по рисункам? Ну, надо закрыть дверь и выгнать ее. Ну что? Ты же знаешь кошку, ей не запретишь ничего делать-то. Да я знаю. Меня зовет тьма и холод и пустота. Ты потратила 1000 рублей, я потратил 300 рублей. Я создал эти картины, которые будут стоить миллиарды рублей. Не важно, сколько они будут стоить. Важно, что они истинны. Искренне, Саша, искренне. вот я вот за обеими руками за твои картины. Ну, можно их писать в нормальном состоянии, не пьяном, а? Или это невозможно? Возможно. Ну, а почему? Возможно. Вот кошка, она всегда в трезвом состоянии. Да. И ходит там, где хочет. Но она не создает ни одной картины. Но что она хочет? Ходит там, где хочет. Что она хочет? Хочет, орёт, чтобы на нее обратили внимание. Так же, как и все живые существа хотят, чтобы на них обратили внимание. Что ты хочешь? Поистине скажи, что ты хочешь? Поистине скажи, что ты хочешь? Что ты хочешь? Что ты хочешь? Сколько тебе лет уже? 20 лет. Тебе уже 20 лет. Сколько можно? Тебе 20 лет. Сколько же можно кусаться? Сколько же можно царапаться? Сколько можно мяукать? Требовать. Успокойся, отдохни.